В поселке Шахта-Несветаевская немало интересных приусадебных участков, жители которых вкладывают свою любовь и свой труд, чтобы вокруг была красота. Светлана Борисовна Ясинская и Сергей Викторович Шагалов с улицы Ленинградской, 49, приехали в Новошахтинск не так давно и сразу принялись за обустройство своего двора. Участок у них небольшой, может потому и ценят здесь каждый клочок земли. Грядки аккуратные, максимально заполненные, двор чистый. Хозяева не только за порядком следят, но и фантазируют. А кто вот этих лебедей у вас делает? Это у нас дедушка с бабушкой вместе делают. А ты им помогаешь? Да. Мы с бабушкой, дедушка делает, а мы с бабушкой красим. Приусадебный участок радует глаз прохожих. На забор присели пчелки, в зарослях цветов укрылся слоненок, расправили крылья лебеди. Каждая мелочь требует труда, но зато результат получается замечательный. В этом году в программе конкурса появилась новая номинация «Лучшее товарищество собственников жилья». В администрации поселка на конкурс номинировали дом 4А по улице Ленинградской. Председатель товарищества Тамара Васильевна Щербакова уже 10 лет руководит домом. Провели капитальный ремонт, теперь планируют подремонтировать подъезды. С клумбами было проще. На собрании сказала жильцам: никто к вам не придет и красоту не наведет. Надо самим работать. Включились все. Один год один этаж ухаживают, второй год другой, третий. Надо так, мы все вместе можем выйти. Раньше все вместе выходили, а сейчас вот так работаем. И почти у нас все так. Все подъезды сейчас поливаем, и тяпаем, и убираем, и обрезаем, и закапываем. Нам в радость это все. Это глаз нам радует. Жильцы дома сомневаются в победе. Из-за жары многие цветы пожухли. Рассказывают, как красиво здесь было весной, в начале лета. Но и сейчас прекрасно видно. Люди следят за чистотой своего двора, в свое свободное время занимаются его благоустройством. И этот двор разительно отличается от многих других. Как и приусадебный участок на улице Радищева, 12А. Его хозяйка Евдокия Федоровна Чепурнова была на работе. Но и по сторонним взглядам видно, сколько труда вложено в клумбу, буквально пылающую разноцветием. Чем больше будет таких хороших, радующих глаз, замечательных мест около придомовых территорий, тем краше будет становиться наш поселок. Поэтому принимайте участие в благоустройстве своих территорий и делайте наш поселок красивее и лучше.